Там открывающий. Это после ухода. Вот так вот закрывается. Полная автоматика. Как у Михаила в кадре. И не надо. Почему не надо? Нет, да, это какое? Это только для себя, для себя. Снимаемся для себя. Георгий, снимите пшеничный балет. Ну, что это такое? Это да. А, кавычка. Еще и кавычки? Так, да. Ну, кавычки-то есть. Уха хорошая. Конечно, хорошая. Да. Ух, какая красота. Ох, не, на юге лучше. На севере там такие тучи. Свинцовые. Прям сейчас. А что так? Все, есть продукты, есть. Чего ждать? Сейчас женщина попрощаться с вами. Чем более. Ой. Не, лучше вот так. Так не темно будет, кстати. Вот так вот, лучше будет. Ничего не будет. Кому? Это что же, если тот день не кончился? А что храпел тогда? Храпит. Храпел здорово, да? Конечно. Да, кстати, нормально. Ну так, в принципе, не очень, но ладно. Я могу спеть утром. У меня отец так храпит, что я уже на такой храп не обращаю. Нет. Ну вот завтра найдем, потому что это как вон батарейки я привез. Шофер какой-то крутой тут. Очень крутой. Молодой человек, стажировку проходишь. Московский Дмитрий. Абсолютно все хорошо. Вчера в может.